И тогда, когда сатана считал когда-то, рано или поздно, эту лютейшую гордыню, он не умеет читать мысли, сатана. Мысли знает только Бог. Не умеет читать помыслы. Он может наблюдать за человеком, забросать соблазны, видеть реакцию человека, искушения какие-то, посмотреть, на что он реагирует, на что он не реагирует, чего боится. Значит, чего этого боится, буду этим и запугивать. Зачем бежит, какие команды выполняет. Сатана командует, но человек реагирует не на все команды, на какие-то определенные. На команды блуда, на команды пьянства, на команды чревоугодия, на команды гордыни. Вот он смотрит. И вот, когда сатана понимает, что человек верит всему, что происходит в его сердце, потому что он привык так жить, все, что в сердце происходит, это правильно. Все, что я думаю, это правильно. Я прав всегда. Вот так, прям с детства считает так про себя человек. Вот здесь, и я и буду его мучить сильнее всего. Я начну с ним разговаривать, закидывать помыслы, хульные, блудные, какие хочешь. Какие-то голоса буду ему забрать. А он же верит всему, что в сердце происходит все правильно. Он же слушает свое сердце. Он слушает не батюшку. Батюшка что-то благословил. Не-не-не, батюшка, да, понятно, молодец. Я послушаю, что сердце скажет, что я же умнее. Он слушает не родителей, не детей, он только себя слушает, привык этот человек. И когда сатана это понимает, он не сразу понимает это. Ему надо время, чтобы понять, что человек слушает и верит только самому себе. И само себя считает самым светочем разума, а все остальные, ну так себе как-нибудь. Он говорит, ах, ты себе веришь? Тогда все, сейчас тебе буду закидывать, будешь верить. Сокрушив идола, это вот потрясающая, бесконечная, неописуемая свобода. Сокрушив идола гордыни, неописуемая свобода, в которой есть, в которую только может прийти в эту свободу чистой души, где нет идола гордыни. Только в нее, в эту свободу может прийти любовь, радость, благодать и спасение. Помоги нам, Господи, чтобы пришли они в нашу жизнь и в нашу душу, в наше сердце и радовали нас всегда здесь и в вечности со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь.